Если уже вернуться к нашим насущным проблемам, нас, к сожалению, преследует злой рок. А этот злой рок, потому что мы лукавим, мы обманываем людей и себя обманываем. Мы же построили, мы когда говорим вот так ущербно о нас, мы должны понимать, что действительно из-за ошибки, которая была допущена в начале вот этого государства, нас преследует этот злой рок. И пока у власти не будут мужественных политиков, не таких политиков, как, извините, Майя Санду и другие, которые нашли, вот что бы этот народ бы захотел сейчас. А давай я им скажу. Вот я скажу этим тетям, что я им дам зарплату, что я пойду в Европу, оттуда принесут деньги, вам всем. Не надо работать, вообще работать не надо. Но этого никто не говорил, что халява будет. Давайте я до конца скажу, а потом вы скажете. То есть у нас нет мужественных политиков, которые бы сказали правду людям. А у нас, то есть я привык, вот я считаю, что я в своем классе, в институте, на войне, я был лидером, я водил людей за собой. Да, были люди, которые меня ненавидели, может быть, и сейчас есть эти люди. Но я считал себя ответственным, и я считал, что я должен людям говорить правду, и те, которые скажут, что вот я тоже этим живу, пошли за мной. То есть политик должен брать людей за собой, а не просто вот так. Вот люди этого хотят, я им это скажу. Про тот злой рок, который я говорил. Мы не выйдем из этой ямы, из этой глубокой ямы, в которой мы оказались. Это уже с другой стороны, чем то, что я оптимистично сказал. Пока мы не поймем, что это государство было построено на неправильном фундаменте.